Ну что, дамы и господа, всем здравствуйте, с вами Феникс, и мы продолжаем играть в Call of Juarez. И у нас события после первой части немножко изменились. Ну что изменилось? Нашего героя посадили в тюрьму. Тюрьма Линкольн, 28 апреля 1881 год. He was with John Kinney's gang. Он работал в бане Джона Кинни, и они были заклятыми врагами. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me. Я задолжал этому сукину сыну пулю. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Свидание с палачом. Слушайте, там кого-то сбивают, убивают. I heard Billy make his move. Ну что, грязные ублюдки, там что-то происходит. As he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. Сейчас должно что-то произойти, друзья. О, нам подкинули ключи, конечно, взять. My first order of business was finding a firearm. Первая задача была найти ствол. Так, кто-то нас освободил, и мы не знаем, кто это. Так, никого здесь нету. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. Ух ты, как, смотрите, классно сделано. Ой, там 10 калибр, громкая, как динамит. Может разорвать человека пополам. Вот такая вот штука, дробовик. Описали нам оружие, очень здорово, пафосно сделано. Оба. Я видел в окне Билли, и он крикнул, чтобы я уходил по крышам. Так я и сделал. Это был наш. Ты. Пошел в задницу. Hell yeah. Hell yeah. Что здесь был-то? It could blow a man clear off his feet. Он говорит, уходи по крыше, нас били спас. Ты тут что делаешь? Ну, пистолетик. Не, о, можно смотреть, теперь 2-2 ствола мы теперь носим. Guards were everywhere looking for him. Законники были повсюду. Ну, график, кстати, неплохой. Там какие-то крики. No. Что, я туда прыгать, что ли? Надо О нажать. Ты куда? Пошел. На ту сторону крыши надо попасть. Так, стреляет уже в меня, это не есть. Хорошо. Законники, вы не возьмете меня. Никто не возьмет. Блин, прыгнуть нет. Как это проходить? Ладно, прыгнем, черт с ним. Ублюдки! Башана! Башана! Черт, у меня все в перезарядке. Мужики, подождите. Бежать, 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 бежать. О, они словно откуда-то появляются. Но это, друзья, это по-ковбойски, это по-ковбойски. Беготня, так бежать, 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 почему патронов у нас нифига нет. So that bastard you were after. А этот ублюдок, за которого вы охотились, что он сделал? Он нанес тяжкую рану моей. Не успел прочитать. Но, друзья, если вам интересно, читайте внизу. I tried to be stealthy. And sneak my way past. Курочка, последний патрон у нас жалко. Кстати, дробаш надо перезарядить. О, патроны, смотрите, отлично, сейчас перезарядимся заодно. Ништячок. Тишина. Точно к бою. Будешь мне тут юкать. Еще. Где, откуда? А, вон ты, гад, да? А, если вот так? Кстати, графика довольно интересная, к ней очень быстро привыкаешь, несмотря на то, что она как бы нарисована. Уворачиваюсь от пули.
Видели, как я так пафосно вернулся от пули просто? Не, сейчас я перезаряжусь и вернусь. Где ты там? Кричишь. Где ты, ублюдок? Перебежками будем. Какие-то женщины там кричат. Съешь в свинца, ублюдок. Так, где-то еще тут слева, по-моему, один был. Нет? Или это он был? Эй, я тебя видел. Ты где? So much lead was whizzing by my head. It was like everyone in Lincoln wanted to put каждый me in the ground. Меня прикончить, так, если я бочку могу брать, I knew I needed to find a horse. Сдохни. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. Surrender? Да хрен вам surrender. Я не дую. Я танкую, ребята. Так, где еще ублюдки? Смотрите, как красиво, потрясающе. Хоть нарисовано играть, но смотрите на ее красоту. Обалдеть. Дробаш затащит. Повсюду эти бочки меня смущают, когда они рядом со мной. Не смущайте меня, бочки. Ух ты, а чё я от пули-то не увернулся? А, замедление времени само выключается, когда... А? Там бабулька какая-то сказала. Хотел ее пристрелить, но чё, по-моему, я ее пожалел. Так, и чё? Чё всё залезли? Туда, что ли? Ух ты, ёпта, упал. Не надо было падать. Ладно, попытка номер два. Не, ну график, кстати, быстро привыкаешь. Я уже который раз играю. Первый раз мне показалось, какая-то она очень слишком рисованная. Сейчас она очень довольно забавная. Так, и что дальше? Так, О, надо нажать. Кстати, музыка какая играет. Так, вот туда куда-то. Да нифига не сюда, по-моему. А, все, понял, куда мне идти. Все, дошло. Это, конечно, небольшой нюанс игры, не очень понятно, куда идти. Будем ждать следующих патчей, которые будут все, наверное, исправлять. Так, вот сюда, по-моему. Нет, сейчас соображу. Можно здесь лезть? Зачем? Подожди, паровоз, не стучите колеса. Переберитесь через город. Ну туда-то мне зачем, если я оттуда поднялся, сюда перешел, сюда спрыгнул. Друзья, у нас проблемы. Наверное, сюда. Нет, ну отсюда мы пришли, помните, мы стреляли вроде бы, да? Где-то еще проход, который я не вижу. Есть. Пойти искать. Патроны. Вот что я не люблю в таких играх. Игра вроде симпатичная, но, к сожалению, из-за этого она заставляет. А вот все, вот сюда точно, по-любому. А показывал совершенно, помните, в другую сторону. Ух ты, вот еще одна. Уворачивайся. Матрица, мать. Чёрт, со всех сторон. Ублюдки. Чёрт. Я тебя видел. Ай, откуда? Да откуда? Блин, хотя бы показывали, откуда бы. Слишком как-то все быстро произошло. Где ублюдки, где? А, вот, наверное, он убил в тот раз. Что, есть? Где он сказал это? Ага. Я тебя видел.
Сейчас... Ого! Сейчас, сейчас. Лучше патроны так быстро не тратить. На, на! Да я же хотел вернуться от пули, почему я от нее не вернулся-то? Бежим дальше. Патрончик, да не патронов. Килом. Сейчас я тебя килом. Ты где? Ладно, перебежками. Вон он. Дробаш, дробаш, дробаш. Съели, ублюдки. Меня так просто не возьмешь. Проверим второй этаж. Никого. Где ты, бастерд? Бастерд, сейчас иди. Ты понял, оттуда стреляет откуда-то. Варам, гад, давай. Ой-ой-ой-ой-ой, хорош меня стрелять. Нет, я тебя не слышу, чувак. Ух ты, ёлки-палки. Где он был? Ага. Смотрите, пуля. Я увернулся. Вроде как бы. Он промахнулся, но... Иногда непонятно, как уворачиваться. Джим-джим-джим-джим-джим-джим-джим. На. Черт, откуда? Откуда ты засранец? Надо не забывать патроны подбирать. Вон он, за коляской. Попал мне. Это вообще убил. Патрошки, патрошки. Сейчас, ублюдки, я перезаряжусь. Вам покажу. Блин, стрелял в того, убил того. Еще идет. Ух ты! Ты же убил, да? Да. Ёлки-палки. Тихо-тихо-тихо, у меня патроны заканчиваются на вас. Stables on the edge of town. Сейчас я тебя. Ха-ха-ха. Вот это круто. Всегда мечтал выстрелить, а потом подуть на ствол. Да, с патронами у нас трабл. Taking out Bob Olinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob. I said. Привет, Боб, сказал я. Думаю, тебе лучше дать мне уйти. А он ответил мне. Ни за что, сынок, только не с моим дробовиком. Блин, ну это просто стыдно. А вот, друзья, уже будет сложнее битву здесь. А нужно еще с помощью АД держать свою руку рядом с пистолетом, чтобы опередить нашего соперника. В пузяку ему бы стрельнуть. Нет, лучше в голову. Здесь он движется чаще. Так, слышу биение сердца. Some say I fought unfairly, but they weren't the ones looking him in the eye that day. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was not anyway. Но наши приключения будут еще продолжаться, все еще впереди. А на этом все, всем всего, пока-пока всем.